Для ребят в этот праздничный вечер провели много игр и конкурсов. Веселый твистер, ходьба на ведрах, зажигательные танцы. Вспомнить детство смогли и родители, попрыгав вместе с детьми через скакалку. Всем патриотам Родины рисовали красками на лице или руке флаг России, а прохожие получали ленточки в цветовой гамме российского флага. А на общании гости курорта принимали участие в акции «Пожелания любимой России». На специально установленном полотне каждому мог указать на карте самой большой страны в мире свой город и запечатлеть мысли, поздравления и пожелания родной стране. Этот праздник – это шаг к патриотизму, чтобы каждый парень, там, девушка, ну, взрослый человек знал, понимал величие своей страны, помнил своих предков и создавал великое будущее для нашей страны. День нашего государства, нашей истории, нашей молодости, нашего будущего, наших детей, нашего отдыха, в конце концов, летнего. Мы выбираем Россию для отдыха. На душе вот патриотизм какой-то поднимается. Творческие коллективы Анапы поздравили жителей и гостей курорта большим праздничным концертом. Народный казачий хор, ансамбль «Забава», «Конфетти», «Лучик надежды», «Молодость», «Жемчужина» и множество других удивляли и радовали зрителей своими песнями и танцами. Также поздравить с Днем России в Анапу приехал театр танца Стерлитамакской государственной филармонии Республики Башкортостан. С каждым годом люди все больше осознают значение этого праздника. И для многих это уже не просто очередной выходной. Такие праздники, как День России, призваны сплотить и объединить все население страны, всех россиян. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа, регион.